Дворец культуры имени Ивана Ивановича Наймушина приглашает принять участие в открытом городском благотворительном конкурсе кукол-игрушек «Рождественский ангел и новогодний гномик». Для этого нужно изготовить, смастерить, сделать, сшить или связать декоративную, елочную, сувенирную или мягкую куклу-игрушку. Затем заполнить заявку, пройти регистрацию и стать участником конкурса. Все работы рождественских ангелов и новогодних гномиков украсят елку Дворца культуры до 9 января 2021 года. Победители будут награждены подарками, каждому участнику достанется памятный приз и диплом в электронном виде. Для рукодельниц действует спецпредложение. Более подробную информацию вы можете узнать в положении конкурса или по номеру телефона 703-17.